Роман, оцените рабочий Инстаграм. Деньги впуливаем, а результата нет. Скажите, что не так? Окей, очередная страничка доска товаров. Товары, товары, каждый пост товары. Ой, ладно, крепись. У меня только один вопрос. Почему ни в одном посте нет цены на товар? А в комментариях отправила в директ и смайлик. Не понимаешь, что ли? Конкуренты узнают цену и сделают ниже. Все клиенты уйдут к нему. А что мешает конкуренту написать в директ и спросить цену? Или позвонить, да и на сайте у вас цены написаны? Ладно, а как же воронка продаж? Если человек задаст вопрос, то консультанты смогут продолжить разговор в директе и выведут лид на продажу. А если человек увидит цену сразу, она его не устроит, то он не напишет и не оставит след. Ваши консультанты отвечают через 4 часа. Все, что они делают, это просто пишут цену. Вы уверены в их навыках продаж? А что делать с людьми, которые не любят общаться с консультантами или просто ценят свое время? Человек хочет выбрать один из 20 товаров. Ему про все 20 товаров вас в директ спрашивает? 80% людей вас игнорируют и уходят. Ой, все. А то, что цена через какое-то время перестает быть актуальной. Потом пишут, у вас написано 3000 рублей, продайте мне за эту цену. А это цена годовой давности. Неадекватный клиент есть. Но начните писать рядом с ценой. Цена актуальна на 01.03.2021 на сегодняшнюю дату. И может быть изменена в будущем. 99% конфликтов вы избежите, не докопаться. Активности, охваты, нет комментариев, нет просмотров. Послушайте, вы в магазине лайками и просмотрами расплачиваете? Детей комментариями кормите? У вас бизнес ради денег или ради чего? Какая активность? Все с тобой ясно. Да я с 88 года в бизнесе. Учить меня вздумал, щегол. Не понимаешь? Так скажи сразу. Лайфлайн, репортер, Кэвид.